Мы оторвались, работ, вы не заплатили, стойте, не волнуйтесь, я заплачу, они обожают подлодки. И этот музей закрывается навсегда. Мальчики и девочки, живо на выход. Вылезай из подлодки, сейчас же, живо, 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 бегом. Эту штуку уже не запустить. Наша миссия в глубоких неизведанных водах. Ха-ха-ха-ха, замечательно. Отныне это величайшая миссия. Из всех я стремился к ней всю свою жизнь. Помочь изменить течение человеческой истории. К моему сожалению, не смогу сопровождать вас. Но, милорд, вы же ждали этого 71 год. Я знаю, знаю, но... Боюсь, я не создал бы тебя рыцарем, и у вас своя миссия, у меня своя. Ну уж и нет, вы не бросите нас в этой консервной банке с этим чокнутым психопатом. И не надейтесь, я предпочитаю социопат. Мистер Кейт, все, что вы делали в вашей жизни и с какими трудностями пришлось столкнуться, так это все готовило вас к этому моменту. Хорош болтать, да, вы правы. Подлодка знает путь к посоху. Удачи вам обоим. Это будет не самое странное за сегодня. Старушка еще дышит. Удачи! Внимание, штурман, полный вперед. Вижу пришельцев. 1.5.0, дистанция. 1000 метров. Сокращается. Контакт, курс 1.5.0. Нам нужны морпехи в ФСГП. Мы их догоним. Хогман, все нормально? Совершенно нормально, мэм. Нас преследует ядерная подлодка. Кто? Скорей, за мной, скорей. Твоя подлодка, не моя. Моя подлодка. 7 часов назад я была обычным профессором. Ладно, вперед. Врубаю на полную. Второй, держитесь за нами. Подлодки пришелец в 1000 метров приближается. Тревога в подлодке, это хреново. Зачем он привел нас сюда? Обозначим себя. Готовь первый. Дадим предупредительный выстрел. Огонь. Труба 1. Цель становится вертикально. Боже правый. Они обошли нас сверху. Мы сейчас столкнемся. Приготовиться к столкновению. Они опускаются на глубину. Руки убрал. Всему свое время и место. Сейчас ни время, ни место. Вы первые, кто видит этот корабль со временем средневековья. Твой талисман, ключ, открывающий этот корабль. Они примерно на 800 метрах. Неопознанный объект. На 4 часа. Мы видим очертания в воде. Нам горят огни. О боже, ничего себе. Корабль пришельцев? Правый борт, вы это видите? Он огромный. Корабль знает, что мы здесь. Идем за ними. Вот черт. Люк закрылся. Пробуем через турбины. Второй, держитесь рядом. Правый борт, мы заходим. Радиоконтакт оборвется. Сильное течение. Эй-эй-эй-эй. Ровней, ровней. Так, не теряй контроль. Держитесь. Что теперь? Ты последний рыцарь, и к тому же любимчик графа, вот ты и думай. Идем. Я в эту воду не полезу, у меня шестерни станут квадратными. Теперь вы у меня оба в черном списке. Это невероятно. Конечно, невероятно. Он бы хоть какое-нибудь руководство дал. Оу, Би, поищи другой ход. Идем. Что? Серьезно? Думаешь, мне нравится счастаться здесь? Он хочет, чтобы мы пошли сюда. Ты трейдер. Чтоб его.
нашел нам корабль. Отлично, мы отправляемся в Англию. Там могут быть большие проблемы. А можно мне с вами? Я пригожусь ему. Наивная леди, собирайся, посмотришь жизнь с первого ряда. Порезвимся, соустроим им ад. Я за штурвалом. Знаешь, Кейт, а мне неприятно это говорить, но ты довольно смелый. Это комплимент? Можешь мне тоже что-нибудь сказать? Все должно происходить естественно. Я первая сошла с подлодки. Стоять! Стоп! Я думаю, он здесь. Это гробница. Вперед! Смотреть по сторонам. По правилам, рыцари всегда охраняют что-нибудь. Посмотри, это кельтский. Это Мерлин? Это правда? Все это... Стой, что здесь написано? Амино Эрет. Он не должен принадлежать никому. Постой, мы проделали такой путь. Что, все? Ты не откроешь его? Конечно, я открою его. Отлично. Готово. Ты что, издеваешься? Мы проделали такой путь. Ради этого, ради костей и ради дурацкой палки. И как ты собираешься спасти мир вот с этим? Да я мог бы дуб срубить возле своего дома. И не говори ни слова. Понятно, твой нежный романтический голос не поможет. У меня нет слов. Может, его украл кто-нибудь? Должно быть что-то еще и наверняка где-нибудь здесь. Я не мог притащиться сюда впустую. Приборы сверхнулись, тут тепловые следы повсюду. Эти штуки, они могут быть живыми. Так, что же с тобой произошло? Кто пришел за посохом? Стреляй, стреляй! Бежим! Я отвлеку его, беги отсюда! Посох у меня! Огонь! Защити посох! Стреляйте по глазам! Эй! Что-то движется! Окружить ее. Эй, брось оружие. Живо. Ты брось или брошу я. Что ты делаешь, Ленокс? Остановись. Мне нужно только это оружие. Давай, стреляй. Не, только я могу им управлять. Давай. Стреляешь. Стреляй. Я не знаю, что делаешь, Ленокс. Не надо. Защити посох. Я пришел за посохом. Оптимус, что ты делаешь? Отдай его мне. Это я, Кейт. Забыл? Мы сражались вместе. Я сражаюсь за собственный вид, за свою планету. Кейт, это не ты, Прайм. Отдай мне посох, человек. Кейт? Я убью тебя. Отдай его ему. Сейчас же. Кто смеет бросать мне вызов? Что-то не так, Би. Что-то случилось. Это не Оптимус. Нужно найти его, Би. Помнишь ZB-7? Тебе нужно снова стать этим автоботом. А ты должна вернуться на подлодку. Уходи отсюда. Стой, а как же ты? Би всегда прикрывал меня. А теперь мой черед. Иди, возвращайтесь на СГП. Сообщите наверх, что мы упустили оружие. Есть, сэр. Мы найдем его.